Друзья, всем привет! Снова я про болгарки. Всем мозг выношу здесь на ютубе. И вот имею дело сегодня с такой болгарочкой DeWalt. DeWalt, как многие говорят. Вот такой вот, такая модель. Я уже забыл какая, сейчас скажу. 4257. Вот. Так, извиняюсь, что криво. 4257, сборка Китай. Ну ничего страшного, компания Black & Decker, которая владеет брендом DeWalt, она имеет свои заводы в Китае, я это уже говорил. Хочу высказать свое мнение по поводу этой болгарки. DeWalt, как бы фирма, ну буду говорить DeWalt, как вот всем привычно, все-таки у меня душа лежит, конечно же, к этой марке, этому бренду, потому что вот сейчас реально я работаю, я тут вот кое-какие камни шлифую, да, вот у меня такие насадочки, 1, 2, 3, 4, 5, по номерам шлифую гранит, мне понадобилось, вот такая шарошка есть, камень такой вот тоже, М14 шпиндель, на шпиндель одевается. Здесь есть вот такая регулировка, и что я хочу сказать про регулировку. На самых малых оборотах вот эта болгарка ведет себя абсолютно адекватно. Ну это вообще бомбическая болгарка, DeWalt реально профессиональный инструмент. Здесь все прям четко. Сейчас вот я включу, здесь кнопка вот здесь такая с замочком. Так, секунду, сейчас, неудобно. Это вот на малых оборотах я включил сейчас. Сейчас покажу на больших. Вот такой обхват у нее, руки, редуктор адекватный, кнопка здесь адекватная. В редукторе, естественно, косой зуб, собрано достойно. Если сравнивать с Бошем, то вот этот инструмент как-то получше, покруче. Одевается кожух и быстрая здесь регулировка кожуха. Но сейчас его нету, он не нужен. Есть вот кнопка в открытом виде, которую можно разглядеть, как вот она там зубчиком своим отпускает кожух, вы его разворачиваете, и он защелкивается. Прикольная такая вещь. Это можно сравнить, как вот американский автомобиль, да? Вот здесь Bosch есть, большая болгарка, да? Кстати, не хочу никого обидеть по поводу Bosch, у меня у самого личный инструмент Bosch. Bosch тоже бомбическая марка инструментов, синий Bosch, да? Есть кто предпочитает синий Bosch, есть кто предпочитает вот такой желтенький инструмент. Желтенький, вот я говорю, что у меня вот душа больше лежит, но у меня исторически сложилось, что синий Bosch вот такой вот постоянно меня преследует. Но это то же самое, как этот, иметь Volkswagen или Grand Cherokee джип, да, или какой-нибудь Chevrolet Silverado Tahoe, или какой-нибудь Volkswagen Touareg, кому как нравится. Такие вот болгарки. Здесь вот защита шнура вообще бомбическая, мощная. Такая вот фигня. Здесь, видимо, меняются щетки, я точно не знаю. Но тут крыльчатка такая нехилая. И вот такая защита вот у большой болгарки Бошевской. Так что имейте в виду, если выбираете себе инструменты, то я бы вам порекомендовал желтенький инструмент. Но не призываю к покупке желтого инструмента. Он не дешев.
Да и этот тоже не дешево. Сейчас все не дешево. Вот такой вот обзорчик. Всем спасибо, всем пока.